Всем привет, друзья! Вы на канале Орловец Лайф. Жду самого главного героя этого канала. Это Василий, неподражаемый. Уже, наверное, зубами. Да, Ванек. Васян, ты где? Дома. Выходи. Хорошо, сейчас. С Диманом выходим. Давай, давай. Ага. Что еще сейчас Васян? Васян сейчас предложил его товарищ, которому когда-то играл в футбол давно-давно еще, когда Вася не пил. У него своя парикмахерская, сказала, привозите, Вася пострижет. Так сейчас Вася поедет еще постригаться девушке. Сейчас посмотрим вообще на Васька. Люди, прошу вас, подпишитесь на телеграм-канал Орловец. Вот правда, там будет, вот Васек, допустим, вышел ролик, а Васек уже там, вы его улыбку должны будете увидеть. Вот просто не проходите мимо, так думайте, сейчас подпишу, нажмите на паузу, подпишитесь и возвращайтесь. Ждать Васька со мной. Так вот, что еще у нас по новостям. По поводу Александра, это вот человек, который был в рабстве, очень много людей нам написало, очень много людей предлагают ему дом. То есть у меня есть дом, пусть приезжает, живет. Как бы это все хорошо, но с работы что? Ему же нужно работать. Там кто-то типа едой не обидим, но человек должен зарабатывать деньги. Появилась у меня, у нас идея. Но это уже видите в ролике прям с Александром, который должен выйти, наверное, я думаю, что к концу следующей недели этот ролик выйдет. И вот такое от меня поступит предложение для Александра. Я думаю, самое нормальное, если он действительно хочет что-то изменить. Вот, что еще по новостям. Бабушке Вале колодец копается. Уже давно бы выкопался, но у нас в Орле погода, вы не представляете, какая. Я думаю, что и во многих регионах такая же. Просто льет дождь, не дает ничего. Ничего, я даже до стройки не могу доехать. Там ребята начали строить дом. И как назло, посмотрите, какой облом. А так уже в этом много чего интересного приехало. Вот, возможно, следующий ролик будет о стройке. Посмотрите, что там у меня поменялось. Ну что, Васян? Довольно, но не привычно. Ну это сейчас нормально. Ну-ка, улыбнись. Красавец, Васян. Ты пилялись еще? Приедем. Что, как дела? Да и потихоньку. Шепеляет. Все, он с работы. Нет у него работы. Ну, какая работа? Видишь, погода. Звонил мне вчера или позавчера. Ищет работу, ходит, говорит. Да, вчера погода, ездил. Видишь, какая вообще. Угу. Как в такую погоду там, я не знаю. Ладно, что, стрижку давай. И завтра давай тебя к Ренату отправляем, пускай будешь работать там. Ну, давай. Это. Ну. Что? А, не, ну это без камеры. Давай с камеры. Давай, все с камеры, Вась. Ты человек публичный. Что-то про Аньку хотел сказать, 100%. Что-то про Аньку, да? Нет. Ну а что там без камеры? Ну ладно, давай, если что, вырежу. А, да нет, просто я у сестры был, там это муж, я сейчас это в июле числа, ну ближе к 10-му. Вот. И это. С ним дверь оставлять, помогать ему. Ну ты как раз, ну, там приедешь, может, после 10-го, там, 15-20 числа, ничего страшного. Мне пораньше бы. Домик построится и приедешь. Чем быстрее будешь работать, быстрее дом построится. Он сейчас начал его делать? Да, начал, уже заказал. Это. Что-то хотел тебе. Чтоб не было такого, домой хочу. Тебе помогли, Вася, теперь тебе надо помогать. Не, я не отказываюсь. Не, ну все нормально, что ты хоть? А я ты, ну как у Лехи, ты тогда был, почему домой хотел? Потому что качка он была. Он меня надоедал. И то, у него обращение какое было. Какое? Такое, тебе такое надо? Да. Он держит нахуй. Вот так вот. Поэтому я и хотел домой поехать. Ладно, что, на стрижку поедешь? Поехали, да. А что ты стоишь, бубенцы? Куда вы на стрижку запланировали? На Нугор куда-то. Не, у меня просто есть знакомый. Салон. Нет, там вот это Дима, ну понял ты, Дима, который футбол продал, ну вот у него парикмахерская, то есть его постригут. Вот там, привет. Как Васек себя ведет? Ужасно. Ужасно? Да. А чего ужасно? Избаловался. Ну не пьет? А чем плохого? Ну что? Чего ты говоришь? Сама виновата. Вот. А что такое? Семейная разборка. Да, по семейным вопросам. Подлещика, знаешь, такое ему можно? Бах. Да. Васят. Ладно, увезем его тогда, да? Полотенце он купил? Нет, ну сейчас вы собрались. Полотенец ему надо купить. Он спустя полтора месяца только себе зарядку купил. На телефон? Да.
телефон. А, просит зарядку постоянно. Он меня выйти выбесил. Телефон обновил. Обновил телефон? Все сказала. Да. Телефон, ну, покажи, похвали. Покажи телефон. Откуда телефон? Купил, да? Нет. Honor. А где взял? Сестра дала. Васька сразу, как просил пить, все полюбили, мы все мы стали, давай только вот племянница, да? Ну, как он ко мне относится, так я относился. Это уже, это брат-сестра всегда, ну, да. Образно. Ну, потом, со временем, я тоже с сестрой, да, со какой-то возраст, это там, все... да, ну, да, восстанавливаем. Пока... из семьи-то я только от него такое видела, поэтому к другим я так нормально пока мы... отношусь. Пока мы с сестрой жили вместе, мы с ней воевали. Как только разошлись, вообще любовь, сестричка, люблю тебя. Так что надо его отделять. Процесс воспитания, да. Но это будет самое жесткое тогда у него время, когда его отделить. Да? Ну, нет, подожди, отделить все равно, за ним как бы будет Рената все равно присматривать. Нет, а вот его когда отделить сам всем... А вот именно, когда он отдельно будет жить. Да. Вот тогда... Это вот у него будет настоящий страх. Ему очень трудно будет, когда он будет жить один отдельно от нас всех. Не приспособлен, да, он вообще? Да. Ему надо учиться в большей степени самостоятельности, потому что постоянно, я каждый день, каждый вечер... Ладно, хватит, пошли поехали. Со мной, это он постоянно говорит Диме. Дим, пошли со мной туда, и вот... Я, конечно, не встреваю в разговоры, потому что я сама на него кричу, когда я разговариваю с Димой, и он встревает в разговор чужой. Я ему делаю поэтому замечание. Но меня всегда выбешивает каждый вечер. Дим, пошли со мной туда, пошли со мной туда. Ой, это тоже, это постоянно. Так же, когда я приезжаю, пошли тоже, да? Пошли со мной погуляем, а пошли да. До пятерочки, пошли до пятерочки. Да, его адаптировать надо к самостоятельной жизни. Я его поэтому по чуть-чуть уже говорю. Он, пошли. Все, поехали. За сигаретами. Я говорю, иди один, я не пойду. Ладно, мы поедем. Куда вы едете? Постригать его. И все. Завтра-послезавтра я поговорю с Ренатом. Он либо после выходных его, либо вот даже раньше возьмет его. Подмосковье. Ага. Ну это я видела, да, я-то. Да. Делать пусть... доброе дело. Бабушке помогает. Ну я думаю, что что-то заплатит, Рената. Ну ничего, заплатит тебе. Заработаешь. Еда будет. Не Аньке на подарок. Понял? Можете на камеру про нее вообще сейчас не говорить. У него вопрос приоритет. В плане про него, чему я очень за него рада, это то, что он за вот эти вот сколько с нами живет, 1.5-2 месяца, да? За вот это все время он смог сделать сам себе паспорт. Даже вот ему никто про зубы не говорил, он сам захотел зубы сделать. Да, вы там ему помогли, но это его были планы. Вот он в этом плане молодец. Подписчик. Молодец в плане того, что он сам о себе заботится. То есть ему надо сходить в ванну, он идет в ванну. Ему хочется покушать, он идет готовить себе кушать. То есть в плане в этом он молодец. Ну слушай, я сейчас, знаешь, как будто слышу... рассказ о 5-летнем ребенке или 6-летнем ну, ребенке такой, себе, молодец, да? Он уже сам сходил в туалет уже, сам свет включил, Васян, вот поэтому у тебя Анька, Катька, которая старше тебя, тебе надо девушки, еще раз улыбку покажи, ладно, ну что тут? Да хватит мне тыкать. Девушки, все, человек с зубами не пьет. Сейчас вот стрижка будет у него модная. Посмотрю. Поехали. Про? Про. Ну, наверное, да, она одна. Здрасте. Вон, звезда Ютуба пришел. Здрасте. Можно его постричь? Конечно. Садись, Васян. Улыбку голливудскую сделали, тебе осталось. Постричь и все. И ну давай поженимся. Давай. Как тебе, Вась, постричь? Зачесом на бок. Может, как Роналдо? Внизу максимально короткая насадка. Внизу короткая насадка сама. Короткая? Да. Пока Вася постригается, проверяю, подписались на Телеграм или нет. Что-то мало. Еще подпишитесь. Готовится в Москву на заработки. Завтра уезжает, да? Ну, наверное, завтра, да, я отправлю. Как завтра? Нормально. Ты его знаешь, да? Ну, конечно, мы с ним играли вместе. Да. У Мирошкина, у Михаила Андреевича.
я когда ролик твой вышел, получается, увидел его, думаю, откуда я его знаю вообще, думаю, ну, знакомый человек, но не мог вспомнить. Потом вспоминал, думаю, блин, мы же с ним играли, даже как-то общались после тренировок. Ну, и потом он на другие тренировки перешел. Очень жаль. Много из ребят, кто на такие тренировки перешел, на самом деле, у нас. Ну, а сейчас вообще как? Что? Да я так потихоньку двигаюсь. Ладно, сейчас приедем, в футбол поиграем обязательно, давай. Да, а где только, где? Надо поле нам найти. Ну, на 99-м. Он куда? Ну... Там хороший газон. Ну, оно везде много, где хороший газон. Просто приехали, там да, не там было занято, да. А на микроне где у нас? Ты с микроном, да? Да, пятая школа, я думаю. На пятой, может... ну да, можно на пятой. Да. Ладно, я сейчас привезу. Да, пятая школа, и я не знаю, там еще рядом дворы есть, где там... Ну, я думаю, на пятой школе да. Вообще реально. Разберем. Вот. Васян. Парикмахерская вообще супер. Плакс, да? Где мне только жизнь таскала. Что, ну я видел пару роликов. Ну теперь видишь, новые зубы у тебя. Угу. Прическа. А нет, 600, прикинь. Да я смотрел. Еще непривычно. Теперь жених, теперь невеста у тебя. Да, нормально. Не, невеста у меня есть. А он мне отговаривает. Ну что, Вася, на человека стал похож. Ага. Вообще здорово. Все, завтра в Москву готов. Ну давай поженимся. Ну что, Васек, тебя довезут. Что нам надо? Нам надо завтра паспорт. Ну, ты да, знаешь билет на ЖД, как уходит? Я хотел сейчас купить билет на завтра ЖД, а он паспорт с собой не взял. Без паспорта не получится. Без паспорта не получится. Завтра, короче, утром тогда мы с тобой едем, смотрим ну, билеты. Да, давай, а хотя бы можешь посмотреть сейчас? А, ну, я сейчас смотрю расписание билетов на завтра. Можно, да. Посмотрю, наверное, завтра ты уезжаешь. Его встретят хотя бы там. Да, в Москве встретит Ренат. Тебе будет еще такое задание, надо будет, он же строит дом. Так что ну, нужно будет ему на окна деньги отвести. Я тебе 30 тысяч рублей доверю, ты их, надеюсь, довезешь. Какая улыбка. Васян. А то встретят ребята. Если деньги-то у тебя есть. Ну пойдем со мной. Не, а этот ролик, когда он поедет с деньгами, уже выйдет после того, как он доедет. Хотя вот этот выйдет, уже тебя будут искать. Этот выйдет завтра, ты уедешь как завтра. Ну, успеешь, ты пока доедешь, не предупредить. Так что так, ладно, все. Всем большое-большое спасибо за просмотр. Вот, товарищу тоже спасибо Васинову. За то, что постригли. Про парикмахерская, Новогорка, район, кто здесь поблизости, что тут у нас, Ледовая арена, да? Да. Рядом с Ледовой ареной, за Ледовой ареной. Так что так, пусть. Дай, подожди. Что ты хочешь сказать? Как? Картуковый 7! Да, и не забывайте подписаться, кстати, опять еще раз прошу, в телеграм-канал. Все, всем пока.